Знаете, это такой странный вопрос. Если Бараку Обаме дали Нобелевскую премию мира, и при этом он вторгается в чужие государства, то здесь, как всегда, существует две правды. Да? Одна правда, что я вторгаюсь туда, чтобы там не было крови больше, чем она была до того, как я вторгся. А другая правда, что если у тебя премия мира, так ты хотя бы войну не начинай. По поводу нашего президента, ну, как минимум, надо отдать должное, в чужие государства он не вторгается. Надо ли при этом давать ему за это премию или за то, что он просто здесь такой хороший и замечательный, я не знаю. Я, честно вам скажу, слышал, конечно, про это, но если бы про это не говорили с таким усердием, наверное, про это бы никто и не вспомнил никогда в жизни. Я думаю, что это личное дело Владимира Владимировича, брать ему эту премию или нет, так же, как это было личное дело Перельмана, которому присудили Нобелевскую премию, он сказал, а мне она не нужна, взял кошелку и пошел по грибы. Мне кажется, что Путин может сделать примерно так же. Но другой вопрос, что все-таки Перельман это просто математик, гений, а все-таки Путин это президент, и это будет для него там уже, на него будут давить всякие, я думаю, административные условности, что надо поехать, а как это, если я не поеду, значит, что это значит, ну и так далее. Честно говорю, мне вот все равно. Лишь бы не было войны. Это главное.